Всех приветствую, с вами Илюха Зверё, а это видео про мышку Razer. Называется Death Adder V2, именно мини. Как вы знаете, если вы знаете, если не знаете, то напомню, есть просто Death Adder обычный, есть Death Adder Elite. Это как раз мини-версия. Она отличается тем, что она, блин, она меньше. Она по всем параметрам меньше и весит на 20 грамм легче. Давайте ее распакуем, посмотрим, вам про нее расскажу. Кстати, разница по цене получается. Если обычный детей стоит в районе где-то 6-7 тысяч рублей, то мини-версия. Что получается, мини-версия у нас. Знаете, сколько будет стоить? Сейчас мы попробуем это найти. Есть на официальном сайте Razer. Значит, вот такая тема получается. На официальном сайте Razer в 6 тысяч рублей обойдется. Так примерно цены ее вот, можно найти за 3 990. Упаковочка, кстати, сама по себе тоже маленькая. Короче, вес мышки составляет 62 грамма. У обычной версии 82. И здесь у нас 8000 тысяч DPI разрешение. В обычной версии 20 тысяч DPI. Ну, плюс, мне кажется, даже 8000 тысяч вполне себе хватает. Давайте ее распакуем. У комплекте мы, кстати, получаем, смотрите, бац! наклеечка Razer. Одна, правда. И, ну, она, да, такая, знаешь, голографическая. Ну, и можно куда нибудь наклеить. Прикольно. Вот такие вот накладки на мышку, они повышают как бы, ухватистость мыши, чтобы пальцы не скользили. Они выполнены из резины. Я их сейчас наклеивать не буду, но покажу, как это выглядит на мышке, потому что данную мышку я собираюсь у ну, себя на канале разыграть среди своих зрителей в одном из следующих видео. Это будет влог, так что подписывайтесь на мой канал. Небольшая инструкция цветная. Здесь показано, сколько у нас кнопок там. Здесь, кстати, у нас 6 программируемых кнопок. Конечно, здесь подсветка RGB. Ну и вот почему я не буду наклеивать? Потому что я сейчас наклею, а вдруг человек, который выиграет эту мышку, он не захочет этими наклейками пользоваться. Поэтому пусть они у нас останутся вот в таком формате. У нас клеится сюда, слева и справа. На первый взгляд, она действительно маленькая очевидный факт потому что а, малюсенькая мне даже кажется здесь а, вот эта оплетка провода она намного больше чем мышка сама а, кабель у нас специальный он на сайте Razer у них называется Speed Flex то есть он довольно таки хорошо гнется то есть он прям вот гнется от слова совсем такой знаешь как, как шнурок от кроссовок он как бы это не в обиду будет сказано может Razer Ну, я кстати таких не видел еще но он действительно знаете его прям когда вот так завязываешь, то есть он, вот, смотрите, насколько он хорошо гнется, что можно прям в узел завязать. Включается, само собой, по USB, вот эта вот фирменная фишка Razer, когда ты покупаешь любое устройство, у тебя разъем USB, как бы это, в колпачке, вот. Дальше, здесь у нас стопроцентные тефлоновые ножки, вот эти вот. Насчет скоржения. Э, скольжения, ну вот по обычному столу Икея, не знаю, как вам продемонстрировать, ну скользит, у меня это еще не все. Есть коврик для нее. Че, готов к коврику? О, такой здоровеннейший. Здесь у нас ультра э, low friction. И короче, прям можно на ней гонять здоровенный коврик, прям называется Akari Razer Ultra High Speed Mouse Mat, Ultra Low friction, Ultra Violet Activated. Nano Bed Surface, Large Surface Area. И можно его даже здесь потрогать. Давайте его откроем. Как-то так надо аккуратненько это сделать. Аккуратненько не получилось. Пожалуйста. Здесь зеленые наклеечки Razer. Приятно. Можно уклеить хоть всю квартиру. Значит, сам коврик у нас изнутри резиновый. И сама вот эта вот скользящая поверхность, она здесь. Она, знаете, как э -э с блестками я бы не сказал, что зеленого цвета, непонятно. Здесь и обычные серые блестки, и зеленые. Вот, и логотип Razer. Ну, положим его сюда. Здоровенный прям коврище. О, да здесь вообще можно это, каток прям. Не, ну прям реально. Получается каток. Очень скользкая. Коврик, кстати, прикольный, из-за того, что он большой. Большое поле действия здесь. Ну, вам дам рассмотреть. Здесь как раз написано, что сенсор у нас на 8500 dpi. Вот они, тефлоновые ножки. Здесь тоже тефлоновый. Значит, здесь у нас приключатели Razer на 70 миллионов нажатий. Колесико прорезиненное. Щелчков отчетливых нету, но они такие бархатистые. Наклона колесика нету. Оно у нас умеет нажиматься. У нас получается 1, 2, 3, 4, 5, 6. Шесть настраиваемых кнопок, которые можно под любые действия настроить. Значит, боковые клавиши, они не продавливаются. У них такой отчетливый клик. Левая. Правая. Добро пожаловать в АСМР. Но так как это все-таки видео про мышку, сейчас я вам покажу, точнее дам послушать, как она кликает. У меня есть как раз микрофон, который сейчас записывает. Что, готовы? приятное ощущение. Подсветка хрома есть, ее можно сопрячь со всей остальной своей техникой Razer и, соответственно, получить цветовые профили здесь, ну, сколько там, 17 миллионов оттенков, наверное, так, всевозможные комбинации, там, радуга и так далее. Настраивается все это фирменные проги Synapse 3. Что по итогу, мои ощущения? Она действительно маленькая, она действительно маленькая и по-рейзеровски дорогая, вот коврик прикольный. И шнурок, на самом деле, вот этот вот спидфлекс он называется. Он, ну, конечно, провод не, прям очень необычный. Я такой раньше не встречал. Мне все больше попадаются беспроводные гаджеты. А здесь прям с проводом очень необычный шнурок. Ну, конечно, у него такие заломы образуются. Если вам нужны супер-мега-технические подробности, то ссылку дам на официальный сайт, там можете посмотреть. Хочу вам сказать спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на канал. С вами был Илья. До новых встреч. Пока, ребят.